Предлагаю вашему вниманию дом Ялчин. Это первая береговая. В принципе, это новострой, ему года 3. Хорошее место расположения. Рядом куча новостроев, но сейчас идеи не видно. Подойдем ближе, я сниму. До моря метров 300. В доме есть консьержи, несколько лифтов. Ну, а в этом доме как бы отзывы разные. Кто-то говорит, что это очень хороший дом, кто-то говорит, что не очень. Здесь есть на продажу трехкомнатные квартиры по интересной цене, смотрите у меня видео. И есть на продажу несколько коммерческих помещений, которые тоже довольно интересные. Цена у них нормальная по батумским меркам. В доме расположен супермаркет, аптеки и прочее. Тут мы подошли ближе к дому. Вот он, супермаркет Ялчин. Вход, подъезд прямо. Вот он рядышком, прямо с улицы. Не надо заходить ни во двор, ничего. Это вход в магазин. И вот вход во второй подъезд. Очень хороший пешеходный и автомобильный трафики. Напротив автобусная остановка. Не знаю, никогда в жизни не ездил бы именно на автобусе, потому что здесь такси по нормальным ценам. Чтобы вы понимали место расположения, вот у нас Дар Тауэр виден, рядом с ним Альянс. Это Пиросмани 18, тоже три башни, которые сданы. И вот за вот этим домом сразу море. Вин Тауэр где-то в районе 500 метров отсюда, вторая башня. В супермаркете есть все, начиная с кулинарии, заканчивая полностью линейкой продуктовых товаров. Это нежилое помещение 120 метров квадратных в доме Ялчин, что я вам говорила, высота 6 метров потолка. Это потолок Armstrong, то есть там у нас еще есть расстояние, в принципе его можно снять и разделить высоту на 2. То есть вы покупаете 120 квадратов, в результате получаете 240. Соответственно, цена очень интересная. Это свободная планировка. Панорамные окна в пол в начале. Возможность разделения, ну, как минимум, на две зоны. Есть, в общем-то, место под кабинет. Можно сделать. Состояние с ремонтом. Ну, надо делать косметику, потому что... Когда делали ремонт, прорвало трубу, есть грибок. Помещение достаточно большое, светлое. Санузел выделен здесь один. Но как бы, если надо, можно еще сделать. Санузел тоже уже установлен. Еще раз повторю, 120 метров квадратных, высота потолка. 6 метров, цена 2200 за квадрат. Это очень хорошая цена для Батуми, для, в общем-то, так, улицы с таким трафиком.